оказался вот здесь. Я подымал тебя и говорил твоей матери, наш малыш лучше всех. Он вырастет самым лучшим парнем на свете. И ты рос таким замечательным. Здорово было, каждый день был счастьем для нас. Но пришла пора стать самостоятельным. Выйти в люди, и ты вышел. Но где-то, по ходу дела, изменился, перестал быть собой. И ты позволил другим тыкать в тебя пальцем и говорить, ты ни на что не годен. А пришлось трудно. Ты стал искать виноватых в этом и нашел мою тень. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не можешь.